Из-за нарушений требований Роспотребнадзора свою работу приостановили кинотеатр и детский развлекательный центр «Столичный городок». Рейд провели сотрудники МВД и Роспотребнадзора. Тогда и выявили нарушения. В ходе проверки был составлен протокол о временном запрете деятельности этих объектов. Материалы передали в суд. Как только будут устранены все нарушения, работу возобновят. На территории детско-развлекательного центра и кинотеатра были выявлены нарушения санитарного законодательства, отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха. Необходимо соблюдать противоэпидемические мероприятия. В случае их невыполнения будут применяться меры административного воздействия.